Жаркие дебаты о профессионализме, лидерских качествах и карьере вели порядка 20 молодых специалистов со всей Брестской области. Они трудятся в разных сферах образования, здравоохранения, экономики и юриспруденции. Совмещая основную работу с дополнительной, но не менее важной, они секретари первичных организаций БРСМ. Я работаю учителем немецкого языка в Витебской средней школе и являюсь секретарем первичной организации Белорусский республиканский союз молодежи. Изначально я училась в Барановичском государстве. В университете я была там секретарем. Когда пришла на работу в свою школу, я сразу сказала, что дайте мне, пожалуйста, эту должность, потому что хочу продолжать свою активную деятельность, потому что БРСМ – это отличная площадка для реализации своих каких-то активных замыслов. То есть я всегда, когда меня спрашивают, почему ты состоишь в этой организации, я всегда говорю, что это отличная возможность познакомиться с огромным количеством людей, таких же, как и я, активных. Ну и плюс это, скажем так, бесплатная возможность помогать другим людям. Данный форум «Перспективы» мы проводим раз в год. Мы сюда собираем самых таких активных ребят, молодых людей, которые для нашей организации вполне возможно станут будущими сотрудниками БРСМ. Но, скажем так, как показывает практика, что данные люди, данная категория людей, вот мы их собираем совместно с управлением кадровой работы, с главным управлением идеологической работы по делам молодежи, то, что они находят рабочее место, бывает порой, когда освобождаются у нас должности и находят хорошие рабочие места, потому что где-то вот мы взяли себе и в областной комитет сотрудника, где-то ребята находят в районе, тоже уже становятся замдиректорами предприятий и так далее. Поэтому такие встречи нужны, важны, и действительно мы собираем здесь лидеров. В роли основных спикеров выступали бывшие члены Союза молодежи. Лидеры молодежной организации разных лет не случайно стали гостями открытого диалога. Пришли, чтобы поделиться своим успехом. Отмечают, чтобы получить этот карьерный успех, нужно не только много работать, но и обладать определенными качествами. Молодой человек должен быть активным. Занимая активную жизненную позицию, он может реализовывать себя как личность, он может какие-нибудь дела, свои собственные идеи, инициативы продвигать в общество. Белорусский республиканский союз молодежи предоставляет возможность для активных людей самореализоваться своими мероприятиями, идеями, инициативами, потому что Белорусский республиканский союз молодежи проводит целый ряд мероприятий в течение года. Это более 150 мероприятий, это чуть ли не каждые 3 дня по одному мероприятию. Участники встречи обменялись опытом и отправились заряженные на плодотворную работу головой трудиться. Кто знает, быть может, через пару лет их вновь пригласят на форум в роли главных спикеров.